Центре гигиены и эпидемиологии откроют лабораторию. В ней будут заниматься ПЦР-диагностикой инфекционных заболеваний. Средства выделил Могилевский облсполком. Исследования будут проводить главным образом на COVID-19. Похожие лаборатории есть в областных центрах и Минске. Главный санитарный врач Бобруйска отметил, открытие повлияет на оперативность результата и улучшит транспортную логистику. Дмитрий Лайтер подчеркнул, сам процесс исследования довольно сложный. От момента забора до результата будет проходить не менее 3 часов. У нас уже врачи и средний медицинский персонал уже готовится к работе. Уже выполнен ремонт необходимый в помещении, остаются мелкие недочеты устранить. И практически все оборудование уже поставлено. То есть остается несколько единиц оборудования, которое медтехники к нам допоставят в августе месяце, и мы приступим к работе.